Привет, дорогие мои друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал. Это у нас игра Best Battle Simulator, и мы сегодня вместе с вами посмотрим новый режим, который добавился вчера. Наша задача здесь защитить башню от нападения динозавров. Как мы будем ее защищать, я пока что без понятия. Здесь есть 6 уровней, и как всегда нам придется начать с первого уровня. И хочу сказать, ребята, мне кажется, это будет очень интересно и эпично. Поэтому обязательно ставьте лайк, если вы еще не поставили. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И поехали. Первый режим. Как мы будем защищать? Возможно, мы будем защищать нашу башню с помощью динозавров, либо с помощью пушек. Ага. Так, у нас есть 6000 монет. Давай посмотрим. Внизу у нас какое-то оружие. Это у нас животные. Это у нас динозавры. Это оружие. И это... А, раунд. То есть, возможно, будет несколько волн. Я так подозреваю. Будет в этой волне один тирекс. 6 слонов и 32 осла. И а. Как мы будем это все защищать? Откуда они будут к нам бежать? Я не знаю. Ну, давай посмотрим. А пушки мы можем отдельно ставить? Не, а нет. Мы пушки можем только на динозавров ставить. А наземные мы не можем ставить. Ясно. Хорошо. У нас есть еще король пингвинов. Где-то был. А нет, это акула. Шарк, не надо! Не надо акулу. А как нам ее удалить? Как нам ее удалить? Может, дали нас жрать? Короче, надо аккуратно быть. Я уже что-то выбрал. Берем, значит, смотрите. Берем бронтозавра, потому что он мощный. Бронтозавр. На него мы сразу цепляем пушки. Смотри, огнеметы. На бронтача мы поставили огнеметы. Ага, а на акулу? Ничего мы не поставили на акулу. Давай дальше возьмем пингвинов. Мы помним, что пингвины, они... Ну, я не знаю, конечно, как пингвины будут решать именно с динозавром, с тирексом. Но тирекса придется как-то все-таки завалить. Давай мы... Слон? Это слон 1000? А с каких это пор слон стоит 1000? Подожди. Два слона. А мы на слона тоже ставим? Или на что мы ставим? А тут? То есть у нас все динозавры будут с этими пушками? Или я что-то не понимаю, что это я нажал? Что я выбираю? Смотри. Я не могу понять, что с пушками. Ладно, ребята, сейчас по ходу дела разберемся. Сейчас пару сливов, все нормально будет. Так, нам самая главная задача каким-то образом завалить тирексов. Как мы будем это все уничтожать, пока что я не знаю. Давай пингвинов наберем. А, пингвины у нас с пулеметами. Да не хочу, чтобы пингвины были с пулеметами. Они уже с пулеметами. То есть надо сначала пушку выбирать, а потом уже выбирать животного какого-то, да? Ну, блин. Свинья? Ой, давай собачки наберем. Я не знаю, как собаки будут кусать. Ладно, ребята, это будет какая-то вакханалия. Стартуем. Вот, уже появились. И что? Это первая партия? Ну, слон, смотри, слон поджарил сейчас этих ишаков. Что с нашей башней? Она дрожит. А у башни есть хп? А, вот это хп? Или это время? Подожди. Слон есть. Ну, это что? Еще наши слоны пошли? Это чьи слоны пошли? Это их слоны? Ну, навряд ли наш слон против троих выстоит. А, их ставить надо. Их надо всех ставить. Я понял. Давай, динозавров, их надо еще расставлять. Так, хорошо. Блин, ориентируемся, ребята, по ходу дела. Ну, вы знаете, всегда этот первый раз всегда волнительный. Ну, давай. Нормально, наш бронтозавр идет. Сейчас слоны, тирекс. Подожди, давайте, сносите все. Маленькие собачки кусают слонов, слоны просто их топчат. Давай, бронтозавр, он должен всех завалить. Давай, красавчик, наш слон, непонятно кого слон. О, тирекс респанулся. Жарь тирекса. Тирекс за жопу кусает, ай.
Тиракс всех завалил. Ты посмотри, он горит. Может, ему все-таки какой-то дэмэдж наносит. А что это такое? Ого! А что это было? Что это за... Каменная глыба. Что это? Мы можем что-то еще... Дождь какой-то делать. Ладно, слушай, сейчас мы разберемся, что за вакханалия. Хорошо, мы давай начнем с динозавров. Вот просто поставим бронточей. Один бронто. Давай, второй, третий, четвертый. А как мы можем его на бронто поставить? Ага, непонятно, хорошо. Ну, слоны вроде бы неплохо. Наш слон, который всех палил, согласитесь, он был крутой. И что у нас? Ну, он с огнеметами. А этот с чем будет? Все на него подцепим? Можно только сколько? 4 пушки цеплять? 3 пушки? Так, хорошо. Давай мы сейчас раптора, возможно, наберем. О, под... Раптор! 1500 стоит раптор? Чего, серьезно? А, это со всеми пушками он стоит сколько, да? Я понял. Комбики. Ну, стартуем давай. Ну, и чего? Я не могу пока что никого ставить. И как он будет топтать? Блин, а ого, как они с разгону. Он сейчас пока дойдет. Давай слона. А давай рапторов. Еще давай динозавров. Я не могу. А, тут у нас набирается время. Тут у нас набирается, потом респауним. Я понял, ёлы-палы. Я по чуть-чуть понимаю, ребята, что происходит. Но... А что это за метеорит? А как мы можем это все? А сколько оно стоит вообще? А, 1500. Тут показано, сколько что стоит. Давай. Опа. Так. Хорошо. Давай еще одного бронточа поставим. Ты посмотри. 1200. Электричество мы его бабахнули. Метеорит 3000 стоит? Ну, блин, какие у них жесткие слоны, смотрите. Горите огнем, я их поджарил, ребята, огнем, смотри. Ого! Это вторая волна уже! Вторая волна! Это мы, походу, хилим наших? Ага, 400... Ага, я понял. Блин, ну давай жарить будем. У нас нету денег, чтобы поджарить. Давай, ну нормально, две волны мы... А, тут вот еще, смотри. Время идет. Ну сейчас мы. 1500, пока не толкают одного... Куда не толкают бронточа? Горите в огду! Мы их поджарили, ребята. По-любому им какой-то урон наносится. Смотри. На, бомбим их. 3000, блин. Давай еще раз поджарим. Ах, почему наш умер? Почему он умер? Или башню атаковали? Что произошло? Это уже третья волна была. Страусы, жирафы. Вы посмотрите, блин. Так дело в том... А мы можем как-то останавливать и покупать? Или мы не можем покупать? Или животных побольше? Слон? Ты посмотри. Спинозавр вообще ни о чем. Мы знаем, что спинозавр ни о чем. Да? Раз. Давай еще этого. Раз. Еще одного. Ага. Потом надо что-то маленькое ставить, потому что оно не сразу у нас набирается. То есть надо первую... А, это уже третью мы отбиваем. То есть мы слились на третьей волне. Блин, а сколько здесь волн вообще надо пережить? Это первый уровень и несколько волн. Ясненько, значит... Угу. Вроде бы у нас медведи неплохо рубят. Ну, медведи какие-то не сильно-то мощные, вижу, по ХП.
горилка. Вот у горилки, смотри, и дэмэдж, и стоит она спину. Ну, давай спину возьмем. С огнеметом, да? Ну, все. Стартуем. Давай с этих ставим. Смотри. Ого, страусы! Офигеть, страусы сразу напали! Ну, сколько там надо набралось, чтобы... Эй, не трогайте нашу башню! Только 1500 надо? О! Давай мы, может, огнем даже? Или постепенно мы можем все... О! Давай, 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 сейчас мы их поджарим. Огонь, жарим, давай, 1500! Огонь, горите! Гады, горите! Хорошо. Блин, они нашу башню трогают. Давай мы еще что-то используем. 1400 надо? 1400, давай. Есть. Еще давай огнем. Блин, ну страусы вообще, они все сбивают. Ну их поджарили, смотри, нехило поджарили. Хорошо, держимся. Жирафы, сейчас мы жираф поджарим. Смотри, они еле ползут. Горите, гады, жирафы. Будем чисто огнем палить. Они с двух сторон, ты посмотри. Еще надо одного. 1200, давай, 1200. Ставим, у нас уже закончились динозавры, ребята. Ну, 3000 метеорит пока что никак. Мне кажется, что огонь больше всех надамаживает. Ой-ой-ой. Горите. Все, мы их подожгли. У нас еще есть два бронта. Ну, как-то они, блин, мне кажется, что-то у них с ногами не ладится. Они сейчас умрут. Пережили три волны. Мы смогли пережить? Блин, да что ж такое? Финал раунд, ребята. Финальный раунд, мы смотрим. У нас 6 слонов, 2 тирекса. Нам все равно дается 6000. Я говорю, что мы круто продержались. Как для первого раза, я вам скажу, по ходу дела разбираемся. В принципе, неплохо. Мы видим, что динозавры нормально. Давай вот так вот. Сколько стоит оружие? Это не, по-моему, оно дешевое было. 200, да? Раз. Два. 800 хп все-таки. Три. Давай что-то мелкое возьмем. Мы в прошлый раз брали носорогов, да? Блин, ну ты как-то по деньгам несоизмеримо. Смотри, тут элефант сколько, 1000 стоит, шарк. Акула вообще ни о чем. Чтоб такое взять дешевое и дамажное, а? Блин, дорогие пинги. А, если пушки не брать. Давай пушки не будем брать. Раптор. Нищенский раптор. Но тут 200 хп. А тут у нас за 300 элефант. Ну я вас... А, динозавр выгодней по хпшке все-таки. Смотрим. Че я только что видел 200? Стегозавр. Давай стегозавра возьмем с огнеметом. Мне кажется, что огнемет и стегозавр будет нормальное сочетание. То есть хп у динозавров все равно больше. Они 500 стоят, получается. Ну так. Огнемет, потому что они в ближнем бою будут нормально дамажить. Ну, пингвины навряд ли что-то сделают этим огромным монстром, потому пингвины будут вообще бесполезны. Лучше взять что-то одно такое. Давай. Раз, два. 50. Ну что, таксу? Газель. Пингвин. Ну, давай пингвинов наберем. Ну, все. Стартуем. Стартуем. Пошли слоны. Слоны пошли. Давай, 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 слоны, сейчас мы чуть-чуть подожжем их тут-то. Слоны очень мощные, ребята. Пингвины. Блин, слоны, ты посмотри, какие они как вырубили наших стегозавров. Вырубили, есть, хорошо, ящерицы пошли. Блин, а ящериц надо этого ставить. Чтобы как-то... Куда? Куда они? А, на мелких они отвлекаются. В принципе, мелкие нормальная тема. Стега, стега прям понесли. Вообще, куда вы понесли? Давай, огонь. Горите все. В нас должен бронта выжить.
Бронта, живи, ты ж должен дамажить. Ногами, ёлы-палы-то. Молодец. Молодец, слоны пошли. Горите, гады. Давай, давайте, слонов мы подожгли. Стега, держись. Надо еще новенького поставить. 1400 нам надо для нового стега. О, ой, стега для бронтача. Башня, башня. Бух. Ни о чем выстрелил. Бух. Ребятки, ребятки, еще надо кого-нибудь. Но, бедный наш стега. Ай. То есть, Бронта, Бронта. Давай, башня, стой. У нас еще, почему я Бронта со стегой путаю? А где ХП у нашей башни? Давай, 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 давай. Держись. Но. Ну, что не так? 1400 надо. А что не ставится-то? Все, поставилось. Все, они просто сгорели. Блин, два тирекса. Вот как завалить двух тирексов? Ну, я одного как бы поджег. Бамс. Вырубили тирекса. Вот этим по чуть-чуть, давай. Бах. Взрывами. Нет, он жив. Бах. Мы его просто сбиваем с ног. Мы его с ног сбиваем, вы поняли? Бах. Падает. Давай, давай. Бронта, жги. Сейчас мы его еще с ног. Бах. Победа, дорогие друзья. Реально был тяжелый уровень. Но зато мы понимаем, что к чему, блин. Нормальная тема. Чуть-чуть мы разобрались, и мы уже прошли. Так, что у нас дальше? Ну, давай. Next level. Это на второй уровень уже будет. Первый прошли, давай второй. Ё-моё! То есть против нас такой же монетой будут. Какие мощные динозавры. Понятно, длина шейки. Смотрим, что у нас будет. 64... Подожди, первая волна это 64 раптора. 64 раптора, вы вдумайтесь, 64 слово. 40 комбиков. Ого. И как мы вообще с этим всем будем расправляться? Я даже не представляю, вот чем можно рапторов долбануть-то? Это же рапторы. Угу. Мы-то уже понимаем, что нужно ставить, да? Так, ну давай стега, они мощные. Вот стега, мне кажется, стега против рапторов. А, смотри, сколько мы их поставим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Короче, дофига стегозавра взял. Зачем, я даже не знаю, не представляю. Ладно, давай, наверное, возьмем пингвинов очень много. Зачем пингвинов? Они чисто будут отвлекаться. Пока не отвлекаются, наша башня вырабатывает какую-то энергию. За эту энергию мы и будем покупать другие способности, да, за которые мы будем убивать. Значит, давай пингвинов очень много. Просто главное их успеть этих всех сделать, пингвинов. Смотри, сколько пингвинов. Это капец какой-то, если честно. Мы можем сразу их ставить? А, не, надо нажать на старт. Комбики против пингвинов. Ха-ха-ха-ха! Кто победит? Давай, давай, давай. Сколько на стега надо? Ну? Бах! Я их оглушил, ребята. Оглушил. Нормально. Блин, какая толпа рапторов. Их всех нужно поджечь. Давай, блин. Полторушку надо нам, ребята. Полторушку. Как? Ну всех тут не поджаришь. Они как-то разбежались. Не, давай ставить этих стегозавров. Сколько там еще на стегозавра надо? 500. Давай, давай, давай. Давай, может мы как-то будем их сбивать? Кто тут сейчас, подожди. Комбики, блин, мелкие. Или кто сейчас появится? Кто-то сейчас здесь появится. О, мы можем еще стегозавра поставить, смотри. Ого! Блин, мне кажется, вот этот огонь... Давай мы их оглушим. На! Падайте все! Мы их, смотри, вырубили. Ха, оглушили. А стегозавры... Ого-го-го-го! Как мы? Бабамс! Ого, здесь реально надо поджарить.
Ого, как так? Ну это очень мощные. Блин, как мы их вообще будем сносить? Давай мы их как-то вот здесь вырубим. Вот тут, давай, абамсь! Мы их вырубили, давайте, стегозавры. Палите, палите хвостами их. Давай будем сейчас помогать оставшимся. Вот так вот. Получайте. Давайте, стега, палите всех. Жгите огнем. Молодчики вы. Молодцы, справились? Или еще не справились? Ага, вторая волна. Смотрим. 16 стегозавров, 2 бронтозавра, 32 раптора и 2 тирекса. Нифига себе, я вам скажу. Ага, а у меня с прошлого раза еще остались. То есть, если какие-то остаются юниты неиспользованные, они переходят в следующий уровень. Ну, я вам скажу, ну это круто. Мне понравилось. Давай мы сейчас возьмем вот этого вот. Блин, он реально дорогой такой, да? Ну, у них очень мощные юниты, то есть, как стегозавры, да. Как они будут респауниться, черт его знает. Трицератопс вообще ни о чем. Трицератопса мало хп. Давайте много пингвинов. Мы видели, как пингвины решают. Пингвины. Им даже ничего не надо, потому что они будут сдыхать. Давай мы сейчас просто наберем 40 штук. Так, а что мы еще можем набрать? Что еще довольно мощное такое и дешевое? Ну, о, а что это такое я выбрал? Ого, а смотри, сколько у него, блин, дамажит нормально. Это кто? Белый медведь. Неплохой у него урон, слушайте. Как для своего хп, а? Так, здесь есть. Что мы еще оставим? Еще давай стегоз... А можно просто этого взять. А, мы уже ничего не возьмем, у нас 200 монет. Ясненько. Ну, пингвины ни о чем. Волки же у нас дамажные такой. Потому что это мощный динозавр, они вообще с укуса будут рубить все. Вот это, что это такое? Спина, они одинаковые. Ну, давай еще пингвина. Хорошо. Мы стартуем. Ого, их надо как-то сбить с ног. С ног надо сбить. Давай, опа, мы их всех сбиваем. Они сейчас падают. Давай эту волну отобьем таким образом. Два стега справятся с другими. Давай, 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 давай. Сбиваем, бамсь. Отлично. Давайте, молодцы. Крушите, я вам буду помогать. Вот-вот они, блин, своими хвостами. Бамсь. Хорошо, один выжил, стегозавр. Нормально. Давай, он еще нашего вырубит. Ого. Ого. Как наш стега будет справляться с ним? Давай, падай. Бах. Ранили его. Ну, нам нужна тоже как-то тяжелая артиллерия, блин. Тысячу... Давай насобираем. Сколько там? 1400. Ну, поджечь, конечно. Ну, как-то горит один, да? Вот. А теперь давай поможем этому. Чисто будем волну... Ну, за волной уничтожать. Давай, 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 давай. О, а тот, что сзади сгорел. Надо время. Огню надо время, чтобы он жарил. Смотри. Неплохо. Вырубили. Красавчики, пингвинов давай запускаем много. О, стегозавра сейчас вырубим волной, смотри. Вот так, бамсь. Они сразу такие, ой, что-то с нами непорядок. Пингвины, атакуйте, елки-палки, атакуйте их. Давай, давай, давай. Так, кто тут, стега? Вот, вот они идут, смотри. Он всех разрушил, хорошо, сейчас мы их вырубим. Опа, получили. Давай медведей поставим. Поскольку там вообще надо этим медведям? Пока что идем отлично. Ох, рапторов бы сейчас всех оглушить. Вот сейчас мы их оглушим. Давай, давай, 500, сколько там надо? Огонь. Да. Ты посмотри, недорого, блин, ну тирексы. Я не знаю, прокатит ли с тирексами такая тема.
Или не прокатит? Давай попробуем. Бах! Вырубили Т-рекса. Давай стегозавра поставим. Сколько там на стегозавра? 500 надо. Почти оглушение. Не, давай на... Давай. Вот так вот. Вырубим Т-рекса. Надо воевать с тем, что у нас есть. Не надо сейчас никакая нам помощь. Нормально. Получай. Бамс! Изи. Второй раунд. Вы посмотрите, сколько у нас животных осталось, ребята. Тут у нас два спинозавра, три вот этих ящериц, не помню, и, по-моему, трицератопс он здесь называется. Блин, реально круто. Ты посмотри, сколько у нас всего осталось, даже эти чудики остались. Угу, давай мы, наверное, что мы можем взять такое, чтоб недорогое, ну блин, и дамажное. Ну вот я вам скажу, что стегозавры мне понравились, они поджигают, вот тем более, что... Поджигалка это стоит дешево. Поджигалка-зажигалка. Смотри, стегозавров. Раз. И еще бы на стегозавров. Еще. Ага, там у них спина. Подожди, ну спина это четкий парень. Угу. Спинозавр. Брохиус. Одного этого взяли. У нас 1600. Давайте возьмем... Такого небольшого животного, но заряженного сделаем. Это у нас будет... Ну, кто-то живут заряженный ни о чем. Так, кто у нас тут еще есть? А сколько, подожди, сколько у слона у нас? 250 и 40 дэмэджа. Ну, вот у нас за 700 есть. У нас стега. И в чем прикол? 50 вот сколько стоит? Хорошо, а если мы еще вот это добавим? Подожди, 1400? А что? А, дорого очень. А что у нас еще дешево есть? Что это такое? Дробовик? О, дробовик, посмотри, дробовик подходит. Трицератопса? Ну давай трицератопса заряженного. Сейчас сразу ставим трицератопса заряженного. Смотри. А сколько ему хп-то надо? 1600? Ого. Ого, давай, давай мы... Ого, какие! Пришли сюда. Мощные динозавры. Бамс, вырубаем их. Мы-то их... Ого, как они все нам нафиг разнесли. Как так? Пингвины вперед. Пингвины в атаку. Я не знаю, что сделают пингвины на самом деле. Идут в атаку, ты посмотри. В... Медведи. Ого, ящерицы какие злостные. Ты посмотри, не всех разрывают. Они пока что отвлекаются на мелочевку. Давай, медведи, 500. Надо, чтобы вышел, выжил нас стега. Бамс, мы оглушили их. Ну, как-то я вам скажу, ну не очень. Я навряд ли смогу насобирать, ребята, сколько. Так, давай мы их оглушим как-то. Оглушить надо. 500. Бамс! Оглушили. Там пару медведей осталось-то. Ого, ты посмотри. А, это финальный уровень. Это так... Ого! Тут финал. Так у нас денег нету. Денег просто нету. Где нам взять хотя бы? Где заряженный наш этот парень? Надо вот этого за 1400 взять. Мощного динозавра. У него хп хоть дофига. Давай! Дружище, жги их! Я тебе, я вырублю для тебя. Поджигай, поджигай. О-о-о. И я еще сейчас их бамс. Давай. Бамс. Оглушил. Время глушилочка. Это их оглушил. Вот за 500 давай стегозавра купим. Давай. Теперь глушилочка. Пошли. Да сколько их еще будет идти? Надо их оглушить. Давай, давайте вдвоем. Жарьте, жарьте. Бамс, помог. Блин, вырубили нашего. Вырубили нашего. Давай стег, стега уже без хвоста. Без хвоста и стега, бедняга. Блин, спинюки пошли. Спинюки. Ого. Ого. Что творят спинозавры? Они еще... А, вот в башне хп. Я вижу, где у башни хп. Блин, нет, 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 нет. Хп уходит. Ну, да подождите, ребята, ну не надо так. Вот, идите. Идите, нет, нет, хп, хп, мало, мало. Вы что, издеваетесь, все заново придется?
Ядрить, колотить. И при том, что животные-то остались, надо было каких-то делать заряженных более животных. Но тут, мне кажется, все придется, весь челлендж проходить заново, дорогие друзья. Ну, я вам скажу, это было эпично. Реально, вот знаете, такой вот, ух, адреналин играет. И чувак наш выжил. Выжил чувак. Они очень быстрые просто были. И уже финал. То есть одного даже снесли динозавра, да, один остался. Башня не выдержала. Тут нельзя какие-то было еще поставить. Ну, что тут у нас? Ни о чем. Ладно, дорогие друзья, я думаю, что на этом наш первый ознакомительный ролик с этим новым уровнем подошел к концу. А если вы хотите продолжения, обязательно ставьте лайки, и мы продолжим. С вами был Воблер, оставайтесь на канале, и скоро увидимся. Очень скоро. Удачи и пока.